друзья. Мы сегодня постараемся оседлать Мустанг. Форд Мустанг 5-го поколения. Вырвавшийся из домашних условий и одичавший жеребец, вынужденный сам себе добывать пищу и спасаться от хищников, закаленный полями и ветрами, ставший более сильным и выносливым. Это и есть настоящий Мустанг. Так и Форд Мустанг, вырвавшись из потока городского трафика, на загородную широкую хорошую дорогу превращается в необузданного дикого зверя. Он довольно ржет, когда выпускаете его в галоп, и зло фыркает, когда вы сбавляете обороты. Потому что ему нравится агрессивная езда, ему нравится высокая скорость. С ним нужно уметь совладать, потому что, несмотря на все системы, помогающие водителю, это все-таки дикий зверь, и чтобы его вновь приручить, вам нужно будет очень здорово постараться. Мустанг не задушен различными системами стабилизации, хотя они, конечно же, здесь присутствуют. Им нужно постоянно справляться и быть начеку, потому что он всегда норовит выбросить вас из седла, и это добавляет огонька при вождении. Здесь очень много от настоящего честного автомобиля, от того автомобиля, от которого мы с вами начинаем постепенно отвыкать. У нашего подопечного механическая шестиступенчатая коробка. Хотя нет, здесь вместо шестой передачи специальный режим, который называется «Чертовски быстро». Ход у коробки, кстати, очень короткий, и каждая передача включается очень четко. Возникает полная аналогия с передергиванием затвора автомата, только вместо звуков выстрела – рокот мотора. Если вам хватит смелости отключить трекшн-контроль на этом автомобиле, тогда развеселая езда вам просто обеспечена. Пятое поколение Форда Мустанг вдохнуло новую жизнь в эту модель, потому что его сделали похожим на прадедушку, на самый первый Форд Мустанг. Первое поколение Мустанга выпускалось с 1964 года на протяжении 10 лет, и тогда наделало очень много шуму. Тот автомобиль и по сей день считается классикой в ретро-среде. Пятерка была выпущена в 2004 году и, как и первое поколение, выпускалась долгие 10 лет, а в 2009 году прошел еще рестайлинг. Новое шестое поколение, которое выпускается с конца 2014 года, постепенно отходит от ретро-стилистики. У нас на тесте сегодня Мустанг 5-го поколения в рестайле. Кроме того, он приехал сюда из Штатов в полном обвесе от Шелби, от самой заряженной версии Мустанга. И здесь еще поменен выхлоп. Автомобиль теперь не только притягивает взгляды, но еще и отпугивает всех своим страшным рокотом. Под капотом здесь V-образная шестерка объемом 3,7 литра и выдает она 305 лошадиных сил. Кроме внешних и звуковых изменений, у нашего Мустанга еще пошиты модные кожаные коврики и поменена шумоизоляция. Не знаю, как тут можно было находиться за рулем раньше, но даже сейчас вся грозность двигателя очень гулко отдается в салоне. Кстати, сам салон довольно простой. Но замечу на личном опыте, что после рестайлинга качество материалов и сборки стало гораздо лучше. Мне довелось лет так 10 назад покататься еще в Штатах на дорестайловом Мустанге. Тогда у меня было полное ощущение, что салон собран из твердых дубовых досок. Здесь же уже доски сосновые, они помягче.
На вторичном рынке автомобили стоят сейчас порядка 2 миллионов рублей, а машине уже почти 4 года. Что вы получаете за эти деньги? Да ничего. Руль, три педали и коробку переключения передач. Все. Не думайте даже про подогрев сидений, климат-контроль, тут просто кондиционер и пара крутилок. Экранчик и камера заднего вида? Да вы что, шутите? Зато есть очень модная розетка на 12 вольт, расположена в удобнейшем месте прямо на центральной консоли. Если будете покупать зарядку для мобильника, берите сразу 3-метровый кабель. И так она еще модно болтается. За эти деньги вы сможете себе позволить отличный купе, например, Mercedes E-класса. Вот такой. В Мерседесе вы получаете самые качественные материалы в отделке. Отличная кожа, прекрасный пластик, деревянные вставки. Все изумительно собрано и подогнано. Вы только посмотрите на этот руль, на эту строчку. Раздельный климат-контроль, цветной дисплей, круиз-контроль, панорамная крыша. Однозначно, если сравнивать по салону, уровню комфорта и качеству сборки, Мерседес на голову выше Мустанга. Немецкие автомобили, конечно, на порядок качественней по сборке, по продуманности, по материалам. Но смогут ли они тягаться с мощным атмосферником, который здесь стоит под капотом? Я думаю, вряд ли. Вот, например, BMW 6 серии. Предыдущее поколение с 3-литровым бензином. Он наивный, думает, что сможет меня обогнать. У него на 53 лошади меньше и стоит долгодумающий 6-ступенчатый автомат. Да куда там? Я думаю, мы это прямо сейчас и проверим. Нас ожидает классический заезд на 400 метров. 3, 2, 1, поехали! Ну-ка, давай! 120, и он начинает уходить на третий от меня. Зараза! Уходит чертец! Как он это делает? В самом конце меня обошел. По всем законам Мустанг должен быть быстрее. Он одинаково весит с BMW. У него механика. Может быть, я что-то не так делаю. Я ничего не понимаю. Но BMW показывает чуть-чуть более динамичные характеристики. Невероятно! Да, Мустанг не такой насыщенный опциями, не такой комфортный, как его конкуренты. Как показала практика, он не очень-то и быстрый. Его одноклассники из Германии могут обогнать его напрямую, даже с менее мощным двигателем. Да, он жесткий на ямах и довольно валкий в поворотах. Но все же он восхитителен. Он дарит вам непередаваемые эмоции от управления. И сегодня только ленивый не обернулся нам вслед. Все показывали большие пальцы, улыбались, махали. Некоторые даже фотографировались с машиной. Ford действительно притягивает взгляды. И пусть Audi, BMW, Mercedes, Lexus – это верх инженерной мысли, надежности, качества и продуманности. Но Ford Mustang – это редкое грациозное животное, которое на фоне остальной серой массы очень выигрышно выделяется и притягивает к себе все взоры.